Депутат Ордабасинского районного маслихата Абдраман Турмагамбетов вновь проиграл. В областном суде оставили без изменений приговор районного судьи, согласно которому избиратели были признаны невиновными. Мы имеем право зайти, снимать процесс. Это закрытый процесс? На открытый судебный процесс в областной суд журналистов не пустили. И это несмотря на то, что адвокат народного избранника был не против присутствия представителей СМИ на процессе. За закрытыми дверями служители Фемиды вынесли приговор, законность которого защитники депутата поставили под сомнение. Мы подали частную жалобу на этот приговор, чтобы обжаловать решение в областном суде. Но судья областного суда Рахымбаев, он оставил этот приговор в силе. Хотя она была вынесена незаконно, мы думали исправить ошибки районного суда здесь. Не согласны с приговором. Несколько месяцев назад депутат Ордабасинского районного маслихата Абдраман Турмагамбетов подал иск на своих избирателей. Он обвинил их в клевете. 13 марта 2013 года в газете «Адлет» вышла статья, где жители сетовали, что народный избранник ничего не делает для улучшения жизни в поселке. Суд первой инстанции оправдал сельчан и признал их невиновными. Сам депутат и его адвокат с этим решением не согласились. Сейчас адвокат депутата намерен подать в суд на газету «Адлет» за публикацию материалов. Впрочем, в редакции уже готовы судиться. Клевета не доказана. А раз не доказана клевета в судебных инстанциях, значит, это его личное мнение. Адвокат человека, которого мы критикуем, может всякое сказать. Пусть доказывают в судебных инстанциях, пожалуйста. Если они докажут, то мы, согласно решению суда, готовы опубликовать опровержение. Депутат намерен подать кассационную жалобу в областной суд, но если и на этот раз судьи не встанут на сторону народного избранника, он намерен дойти и до Верховного суда. Жанат Тохтарбай, Амантай Уэльбеков, информационная служба телекомпании «Отырар».